кстати, с бородой очень приятно пить разные напитки. Я сегодня, кстати, поеду в Таиланд. Шучу, я никуда не поеду. Я всегда здесь и с вами. Ну что ж, за вас. А, факин! Ну, минус бороды о том, что она не впитывает воду. Когда я пролил на себя что-то, единственный способ это поменять одежду и отдать молоко котенку. В бороде. Чего боятся женщины? Женщины боятся вечером увидеть не то чтобы мужика, но еще и бородатого мужика. Представляете, увидеть бородатого мужика это вдвойне страшнее. Представляете, идешь, а тут на тебе навстречу бац из темноты. Такой страшный мужик. Что боятся женщины? Боятся женщины поцеловать человека с бородой и с усами. Действительно, если большая борода и усы, это отличный повод, чтобы не целоваться. Если вы не хотите целовать ее, отрастите усы, она сама вообще вас никогда больше не поцелует. Ну чего боятся женщины, так это... Так это если вы поедите йогурта, и снова полезть и целоваться неумытым. Чего боятся мужчины? Моя дорогая. Что ты творишь? Я не могу. Ты мое солнышко. Посмотри, какой я сладенький. Ты какой нежный. Чего боятся мужчины? Ну, боятся того, что борода не вырастет. Это раз. Боятся того, что выйдут на улицу и его засмеют. Ну, и сейчас стереотипы идеала совсем другие у нас есть. Парикмахеры, можно всегда сделать себя красивым. Да?